Сегодня состоялась неочередная сессия областного маслихата. На повестке дня были рассмотрены вопросы уточнения областного бюджета на 2022-2024 годы. Уточнение областного бюджета необходимо в случае изменения показателей бюджета в течение соответствующего финансового года посредством внесения изменений и дополнений в решение маслихата. Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульдана Жаунбекова выступила с докладом об изменениях в бюджете области на ближайшие годы. В нем был учтен объем средств, предусмотренных для проектов, представленных каждым управлением. По итогам 2022 года планируется увеличение доходной части областного бюджета. За счет неналоговых поступлений штрафов прогнозируется рост до 1 миллиарда 800 миллионов тенге. Также было отмечено, что предусмотрено соответствующие средства на реализацию государственных программ. В регионе реализуется программа «Артспорт», направленная на то, чтобы дети школьного возраста могли посещать дополнительные кружки и спортивные секции. Для того, чтобы 5823 детей могли заниматься спортом, до конца года предложено выделить из бюджета 140 миллионов тенге. Чтобы 5142 ребенка могли обучаться в творческих кружках, нужно 223 миллиона.